Как правильно подключить блок питания светодиодной ленты? Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал Кабель РФ, чтобы не пропустить новые видео. Для начала подключаем жилы кабеля питания, например, ВВГНГ, к соответствующим клеммам блока питания. Жила белого цвета – клемма L, синяя жила – клемма N, желто-зеленая – клемма с обозначением PE или знаком заземления. Затем переходим к подключению диммера. Для этого используем монтажный провод ПУГВ. Зачищаем и опрессовываем жилы наконечниками. В первую очередь выполняем подключение со стороны блока питания. Провод с черной изоляцией коммутируем с клеммой -V, а с красной изоляцией с клеммой +V. Теперь соединяем диммер со стороны Power In. Красный провод клемма +, черный провод клемма -. Блок питания светодиодной ленты подключен. Понравилось видео? Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал.